Скоро на нашу землю прибудет легендарная святыня, ставшая символом Соловьиного края. По традиции, к осеннему крестному ходу из Нью-Йорка привезут икону Божией Матери Знамения Курская Коренная. Ту самую, что была обретена в 1295 году на месте, где сейчас находится пустынь. Икону привезут на ее малую родину 23 сентября. В течение 2 дней в Коренной пустыне будет организован круглосуточный доступ прихожан. Затем 25 сентября святыня примет участие в юбилейном 400-м крестном ходе из Коренной пустыни в Курск. В Знаменском соборе чудотворная икона пробудет до 3 октября. Все это время доступ верующих к ней будет постоянным. Кроме того, 26 сентября святыня посетит курские лечебные учреждения, а 1 октября отправится на весь день в Рыльский Успенский собор.